Всем привет! Делаю отчет по луку Маргейт. Вот такой вот он лучок хранится у нас. Хранится достаточно неплохо, прорастает. Но это ничего страшного, мы успеваем сажать. Температура хранения у нас где-то плюс 4 градуса. А теперь посмотрим саму зелень. Вот этот лук у нас уже сидит около 10-12 дней. Всходит достаточно равномерно. Гнили практически нету. На мешок где-то может 1-2%. В принципе, очень неплохой лук. И перо у него тоже очень неплохое. Вот здесь у нас было посажено на пробу Дайтона. Очень неплохой тоже. Мне понравился лук, правда, он немножко подольше растет. Но в целом он неплохой. Так. Еще покажу сейчас вам маргит, который практически нужно уже срезать. Вот он у нас растет. В общем, мне понравился этот лук. Еще раз повторюсь, процент выгонки тут, я не скажу, что очень большой, но в принципе растет он хорошо.